В Магаданской городской думе прошло заседание комиссии по бюджету и вопросам экономического развития. Среди основных вопросов – отчет об исполнении бюджета Магадана за 2019 год. По доходам он составил более 7 миллиардов 400 миллионов рублей, что на 155 миллионов меньше того, что потратила городская казна. Самая большая цифра по-прежнему – это налог на доходы физических лиц. 1 миллиард 896 миллионов рублей. Он поступил 98,3% от плана. Далее налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 281 миллион рублей. Его поступление превысило 100%. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 201 миллион рублей, 96,7% от плановых назначений. И наш непостоянный единый сельскохозяйственный налог, мы его добавляли в конце года, он у нас исполнен в 100% и составила сумма 133 миллиона рублей. Обсудили также вопрос о внесении изменений в бюджет 2020 года в связи с уточнением собственных доходов. Планируется, что в этом году в городскую казну поступит более 7 миллиардов 500 миллионов рублей. Дефицит сохранится на уровне 200 миллионов рублей. В проекте сумма безвозмездных поступлений увеличилась на 117 миллионов. Из них средства на реализацию мероприятий госпрограмм, доступная среда, создание в Магаданской области новых учебных мест в общеобразовательных организациях, а также модернизацию базы в области спортивной сферы. Кроме того, 100 миллионов получено на благоустройство дворов из средств особой экономической зоны. Летом на эти деньги должны отремонтировать 8 магаданских дворов.